перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Скажи привет. Да? А? Да, много никого нет. Пока что. Нихуя такая-то. Машинка. Рэперская вообще, да? Привет. Знаете, кто у нас в студии? Ну сейчас, может, кто-то еще зайдет? Два человека. Я могу свой эфир провести. На потом. Давай. Сейчас, пусть этот побудет. Когда уже получу. Ты готова? Не-не-не. Б-13 тату. У нас тут Влад сидит, рэпер нормально. Йоу. И вот еще один рэпак сидит. Опасный. Счастливые люди у тебя забиваются. Так а в чем проблема? Приезжай. Футблаубой. Только у ролика бьюсь. Все знают, знают все. Да, ну ты приезжай, когда будет, ты знаешь, без проблем. Вот такое там супергерой был. Четырьмя иглами тебя ебашит сразу. А что ты думаешь, что четырьмя? Семь? Ну, а, там семь. Почему? Четыре. Там их семь. Вот наш балахончик такой. Вот так забиваются пацаны. Рука. По чуть-чуть. У пацана. Молодой человек. Да? Бейте у правильных салонов, короче. Бейте у правильных салонов. Портакии так и нравятся. Знаешь, в зал ходить. Здесь когда тату не делаешь. Да можно ходить, надо только аккуратно. Можно засунуть. Да, конечно. Можно все делать. В сауну, как ты пойдешь? В сауну нельзя. Ну, блядь, ну в спортзал это ж, блядь. Позаниматься спортом, а не сауну. Ты в сауну нахуя ходишь? В спортзал, блядь. Ну, сауна, ты типа качаешь девушек там, я понял. Молодец. В сауну, блядь. В сауну он ходит, блядь.
спортзал. Я же пацаны в спортзал ходил. Чё ты говоришь? Да. Братан, знаешь, сколько тут, блядь? Тут еще здесь работа, еще тут работа. Да тут такое, на самом деле. На руках еще не так больно. Но вот на ребрах, на теле, на лице. Больно? Да, нет, да на лице быстро, блядь. Быстро просто. Не успевает. Если 4 часа вот тут где-то хуярить, будет больно. Понятно. Олежка, тебя поздравляю даже со второй татуировкой за ближайшее время. Благодарю. Твои подписчики. Да, правильно подметил. Правильно подметил. Секретная техника Бальберита. Вы сейчас можете наблюдать. Мы не будем показывать все. Пойду покажу погоду у нас за окном. Можно на пляж ходить. Аккуратней. Жестких типов. New pieces alert, you know, we coming.
пацаны. See what these motherfuckers doing. Бля, ору. Ору. So what's up? Бля, не ловит, сука. Да. That's how we bumming, dawg. Yo, I'm chillin', yo, we chillin'. New Tesla, you know, we come. Я чего, братан, может, я только дома приходишь, что себе можно играть. А такую, пацаны, видели когда-то? Пару надо вам месяцков поработать на такую вот гитарку, пацаны, это вам, ну, не под костром играть вечерком. Я вам брать Тищенко, One Love 420. Бля, братан, Русик, привет. А у меня чуть, я просто, походу, не тату тип чуть-чуть. Я вообще именно clean, you know what I'm saying? Why, you know, no tats on me, no tats. Clean as a bitch. No tats, bro. Ну я, ну, не знаю, думал делать тренировку такой, короче. Это не стоит на первых моих таких местах. Как-то вот. Вы знаете, кто. Я кто. Именно делает то, что он может. Йоу. Привет. Здорово. Спасибо. Вот этот. Ай-яй-яй. Что-то плохо слышно у вас. Да, у нас рок несется просто, братан. Очень плохо на студии. Я понял. Я рок не могу играть. Тебе есть сколько татуировок, если есть? У меня? Да, сколько татуировок? 4. С фирменной 4. У меня, братан, нет татуировок. Вообще. Пока. Но, ну, как говорится, всему свое время, да, братан. Да, конечно, всему свое время. Чуть попозже. Чуть одну сделаешь, не остановишься. А? Одну сделаешь, не остановишься. Ну, да, что-то там ходит. Угу. А у вас там что там, Питер? Как? Вообще тяж. Что ты делаешь? Вообще, чел, погода супер тяж. Нереальный холод. Не, не ты. Так. А ты цикл еще рыбаки. Люди. Лайк. Угу. Цикловочки стараются. Красиво. Че, у меня труба лагает жестко, чувак. Я попер. Наберу потом, когда будет нормальная связь. Слышишь?
Там тяжелые работы. Тяжелые последние работы. Все, Русик, связь. Дум! Нет! Доктор Дум, доктор Дум, но нет. Я люблю это. Давайте, короче, начинаем. Будем. Да, смуж же я тоже проорал. Сегодня металл, пацаны, башит. Тебе есть сколько ты играл? Да, сколько ты играл? Сильно. У меня потом нет. Ну, как бы, всему своему времени, да, так. Привет, привет, всем привет. Кто угадает, что это за супергерой, тому я подарю футболку свою. С автографом. Вообще нахуй мы его решили. Нормальная маза, пацаны. Кто угадает? Что это за супергерой, кто скажет? Ты сейчас там вообще в кому ведешь, блядь. What's up, man? Не-не, пацаны. Какой пуш, вы чё? Дум! Нет! Доктор Дум, доктор Дум, но нет. Я люблю этого, это... Магнета, нет. Сразу видно фанаты. Череп, нет. Скажу вам по секрету, очень сложно будет. Очень сложно будет вам отгадать, что. Креветка. Человек-песок пишет. Нет, не человек-песок. Дела супер, все хорошо. Человек кокаин, кто-то, вот кто-то, человек, человек кокаин, что там выдаст? Это роминг уже. Это монах, сбор, пацаны, индусский. Монах из индусских гор, базар, самый лютый. Как раз твоих фанатов приучим к другому стилю. Ну, блядь, а что делает? Я не слушаю такое, что слушаешь. Да не-не, братан, я меломан, я любую музыку слушаю. Да не, ну надо от настроения. Сейчас я только пиздострадальческую не люблю. Мы сейчас слушаем что? Тяжелую музыку, пьем тяжелую татуировку, тяжелое бейсе. Бейсе, да. Какой нахуй рэп и слезы? Ну могут, да. Правильно?
Ладно, вы все равно не угадаете, что это за герой никогда в жизни. Попозже еще сделаю эфир. Еще скажу за героя, да, может быть. Когда будет хотя бы наполовину доделано. Он там мягко работает, отлично. Ладно, все, обнял вас, ребят. Это не доктор Дум. Доктор Вуду, блядь. Все, давайте, обнял.